А для драматик Гамин теплая весна, и поэтому черный противопоказан. А я драматик. Ну, вот видите, какая история. Очень интересно. Так, едем дальше. Ну, это наше любимое правило, о котором мы уже говорили. Сумка и обувь должны быть одного цвета. Не должны быть. Вообще они никому ничего не должны. Любые могут быть решения. Они могут быть, видите, здесь пример, собранные по контрасту. Вообще, живущие каждой своей жизнью, но в то же время между ними такой яркий конфликт, который тоже привлекает внимание. Да, вот вам, пожалуйста, еще нарушение правила зеленое с красным не носить. То есть, вот вам, пожалуйста, два таких важных момента сразу. И, конечно же, сейчас совершенно мы вышли из этого примитивного подхода, и у нас может быть цветная сумка, а, допустим, быть акцентом в образе, может быть, эффектная обувь быть акцентом в образе, и может быть, допустим, увязаны между собой какими-то элементами, или просто быть в одной палитре, или вообще быть в контрасте друг к другу. Все возможно. Вот сейчас в этом плане... масса вариантов, совершенно мы не ограничены одним этим правилом. Ура! Так, ну-ка я проверю, здесь я не потеряла ли... Так, 28-е, да, все нормально, цифры на месте. А, кстати, стоит мне заглянуть, нету...